BMW 5 серии – легендарное авто само по себе. 39-й кузов остался в наших сердцах навсегда, и выход следующего поколения E60 вызвал некий резонанс. Шаблоны были нарушены, появился новый концепт, который продолжается и по сей день. Эпоха инженеров подходила к концу, и балом стали править маркетологи. Отчего 60-й – это некий компромисс между старым и новым миром автопрома. На продаже BMW 5 E60 2004 года выпуска на бензиновом двигателе 2,2 литра с механикой. Автомобиль в очень хорошем состоянии. Кузов без нареканий, едет шустро, салон приятный. Главное достижение – это его внешность. Пафосный, заметный, броский. Выглядит дороже, чем есть на самом деле. Просторный эргономичный салон, хотя панель уже не повернута к водителю. Шумоизоляция авто на очень высоком уровне. Расход около 9 литров, но тут опять же как топить. При этом мощности двигателя вполне хватает. Превосходная управляемость. Машина едет как по рельсам и дорогу держит отлично. Заводится в любой мороз. Приглашаем на тест-драйв ценителей данной модели. Контакты в профиле.